Но как бы там ни было, мы же продолжаем жить, и у нас нету другой жизни. Мы не можем выбрать другую историческую эпоху. Это наша жизнь. Мы вот живем здесь. Но важно, чтобы вы поняли свою ответственность. Если вы не делаете это сейчас, когда вы сделаете это? Если вы не позволите себе сейчас двигаться к жизни, которая вас устроит, когда будет этот момент? Что должно случиться в вашей жизни, чтобы вы сказали: ну вот теперь я готов, готова разрешить себе жить, полностью реализуя себя, развиваясь и становясь просто человеком с большой буквы. Ну, когда наступит это время? Если вы себе не позволите это сделать сейчас, это не наступит никогда.